Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасы үкіметінің баспасөз орталығына қош келдіңіздер. Бүгін біз елбасы жолдауының тиімді мемлекеттік басқару 8-ші бағыты аясында туризмді дамыту туралы тақырыбына арналған баспасөз конференциясын бастаймыз. Уважаемые коллеги, у нас в гостях министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы. Сегодня мы обсудим ключевые итоги развития туристской отрасли страны за 2017 год, учитывая в том числе влияние проведения выставки «Экспо-2017», а также узнаем планы министерства по дальнейшей трансформации туризма в действующую отрасль экономики страны. Арыстанбек Мухамедиулы, хош келдіңіз, сөз сізге беріледі. Көп-көп рахмет, құрметті ханымдар мен мырзалар, брифингке қатысушы журналистер. Соңғы 10 жылда туризм жылдам қарқынмен дамып, әлемдік экономикадағы ең қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі болып табылады. По данным Всемирной туристской организации, доля туризма в мировой структуре ВВП составляет 10%. Отрасль генерирует каждое 10-е рабочее место в мире. Инвестиции в туризм составляют порядка 800 миллиардов долларов Соединенных Штатов. Такие тенденции открывают новые возможности для развития мировой туристской индустрии, в том числе в Казахстане. 2017 год стал поворотным в истории развития Казахстана. Благодаря личному участию главы государства и успешному проведению «Экспо-2017» мир узнал о Казахстане как о новой туристской дестинации, расположенной на перекрестке культур Запада и Востока. Впервые с момента обретения независимости Казахстан получил четкие очертания на мировой карте туризма. Глава государства в своем недавнем ежегодном послании программе «Модернизация и Рухани Жангру» определили приоритетность туризма для диверсификации национальной экономики Казахстана. В результате перед туризмом поставлена амбициозная задача увеличить долю ВВП Казахстана с 1% в 2016 году до 8% к 2025 году. На достижение поставленной задачи была направлена работа правительства Казахстана в 2017 году. Во-первых, была принята обновленная концепция развития туристской отрасли до 2023 года, которой кластерный принцип определен ключевым для успешной трансформации туризма в действующую отрасль экономики страны. Принятие концепции дало начало скоординированным действиям правительства с регионом по вопросам инфраструктурного развития и продвижения на внутреннем и внешнем рынках. В результате впервые в истории развития туризма между регионами и Министерством культуры и спорта были подписаны меморандумы о сотрудничестве. Без регионов мы не можем обеспечить туризм современной инфраструктуры, повысить сервис услуг, создать мягкую инфраструктуру, привести в порядок придорожный сервис. Только вместе объединив усилия, мы сможем вывести туризм на высокий уровень развития. Во-вторых, впервые в истории развития казахстанского туризма по лучшему опыту развитых государств был создан офис по управлению туризмом на государственном уровне в лице акционерного общества «Казахтуризм». Его цель – продвигать туризм на внутреннем и мировом рынках и привлечь в него инвестиции. В-третьих, был заложен фундамент под развитие туризма в так называемый период пост-экспо. Были приняты программные документы развития инфраструктуры Астаны и Щучинско-Боровской курортной зоны. В-четвертых, серьезные продвижения были сделаны в области визового миграционного режима. Введен и продлен до конца 2018 года уникальный безвизовый режим 72-часового транзита для граждан Китайской Народной Республики, следующий через города Алматы и Астаны. В пилотном режиме период экспо он показал свою эффективность и безопасность. За 3 месяца страну посетило около 4500 туристов из Китайской Народной Республики, оставшихся в экономике страны от 250 до 300 долларов каждый. В ближайшее время планируем ввести аналогичный режим в отношении Индии. В-пятых, туризм правительством был включен в так называемую олимпийскую трассу с 6 драйвером диверсификации национальной экономики в рамках программы главы государства «Модернизация 3.0». Цель – ускоренное вхождение Казахстана в тридцатку развитых стран мира к 2030 году. В-шестых, начат процесс законодательных изменений с целью экономической трансформации туризма, полноценную конкурентоспособную отрасль Казахстана, способную привлечь как национального и иностранного туриста. В-седьмых, проводится работа по развитию внутреннего туризма в рамках программы «Рухани Жангру». Реконструкция городища Туркестан, Отрар, Култебе, Сауран, развитие музеев, заповедников Тамбала, Отрар, Улута,
и создание новых музеев-заповедников, как Бутай в Северо-Казахстанской области, Бузок в городе Астаны, уже создают условия для увеличения числа путешествий наших граждан. Так, по итогам 9 месяцев 2017 года количество посетителей внутреннего туризма увеличилось на 25% и составило 3,5 миллиона человек. Также увеличилось количество посетителей въездного туризма на 18% и составило 5,8 миллионов человек. Но это только начало пути, много нам еще предстоит сделать. Для успешного развития туристской отрасли в этом году планируем внедрить международные стандарты ОСР в управление туристской отраслью. Это позволит создать точки туристского роста, открыть туризм для бизнеса, увеличить поток инвестиций в развитие инфраструктуры туризма в соответствии с международными стандартами. Сегодня интерес к развитию туристской отрасли проявляют крупные международные инвесторы. Так, в ходе недавнего визита главы государства Соединенных Штатов руководители американской киноиндустрии Голливуда проявили особый интерес к работе в Казахстане. Мы также планируем внедрить электронную визу для увеличения потока въездных туристов. Продолжить стимулировать развитие внутреннего туризма через реализацию программы «Рухани Жангару». Улучшить качество предоставления туристских услуг во всех местах размещения через внедрение международных стандартов развития отрасли. Запустить масштабную информационную кампанию для привлечения внутреннего въездного туриста. Важно, что в нашей стране, в любой ее точке, в любом регионе, при любом времени года и суток, любой турист чувствовал себя комфортно и безопасно. Каждый приезжающий турист должен погрузиться в безбарьерную среду, ощутить себя как у себя дома, получить истинное наслаждение от пребывания в Казахстане, уехать с восторженными впечатлениями, с которым он обязан захочет делиться с другими своими соотечественниками. Күлі мемлекеттің ой өрісін түбегелі өзгерту керек. Туризмнен барлық адамдар үшін бұл үлкен бизнес идея жасаған жөн. Мемлекеттік органдар мен туроператорлар ғана емес, жалпы қоғамның мемлекеттік азаматынан бизнес иесіне дейін, ауыл әкімдерінен өкіметке дейін туризмге деген қатынасы өзгеруі тиіс. Туризм және қазақстандық қонақжайлық әлемдегі Қазақстанның жаңа бренді болуы тиіс. Назарларыңызға рахмет. Сізге көп рахмет. Құрметті қонақтар, енді біз сұрақтарға көшеміз. Уважаемые коллеги, прежде чем мы перейдем к вопросам, разрешите обратить внимание, что сегодня в зале у нас также присутствует председатель правления национальной компании «Казахтуризм» Рашид Талапович Кузимбаев, а также вице-министр и представители Министерства культуры и спорта по отдельным направлениям. Пожалуйста, первый вопрос, Айгерим Бахпаева. Прайм-министр Кезет, расскажите подробнее, как вы собираетесь устраивать свою работу по развитию въездного туризма. Мы знаем, что вот вы отметили, был введен 72-часовой безвизовый режим для жителей Китая. Что вот дала эта мера, как повлияла на развитие отрасли в целом и на развитие вот въездного туризма? И какую долю составили граждане Китая в общем объеме въездного туризма? Спасибо за вопрос. Вот как было отмечено, только за 3 месяца во время Экспо мы впервые ввели это такой институт, как транзитная пассажирская виза, безвизовая 72-часовой. И, конечно, вот как показали, только за 3 месяца это было более 4,5 тысячи это человек. В данное время это, конечно, мы уже пошли на увеличение на более длительный срок, потому что, как вы знаете, каждая перемещающаяся личность, он заранее это планирует свои действия. И, конечно, для нас очень важно, чтобы эта практика продолжалась и далее, как было отмечено сейчас, в данное время мы прорабатываем 72-часовой безвизовый транзитный режим для граждан Индия. Это мировой опыт. Как вы знаете, все международно крупнейшие аэропорты, они являются как привлеченные экономически развитых хабы. И глава государства всегда отмечает, что Казахстан должен стать экономически это выгодным хабом и в области авиасообщения и других направлений. И действительно, нам необходимо, чтобы наши аэропорта, как Алматы, Астаны и всех городов стали таким развитым, центральным, как Стамбул, Лондон, Франкфурт и так далее. Благодарю вас за ответ. Расланбек Мухамедиулы продолжает данный вопрос. Разрешите уточнить, вот в послании глава государства поставил задачу принять меры по развитию также и внутреннего туризма. Какие у нас есть в Казахстане привлекательные для туристов места и
как развивается данная сфера? Ну, с удовольствием отмечу, потому что это действительно эта программа «Рухани Жангру» в первую очередь направлена, это, конечно, для духовного обогащения наших граждан, второе – для развития внутреннего это туризма. Мы, Казахстан, обладаем уникальными природными ландшафтами и многими действительно восхищается весь мир историческими местами, как и Улутау, и как сакральные места Восточного Казахстана и Западного Казахстана. Но этот вопрос можно будет с удовольствием долго отмечать. В действительности это мы, Казахстан, как весь мир это признает, обладаем четырех ярко выраженными временами этого года. Ну, потому что это такое явление, оно уникальное и не во всем мире. И поэтому Казахстан можем с удовольствием и как развивать внутренний туризм, и для внизового туризма все условия есть. Благодарю вас за ответ. Келесі сұрақ. Орал ханда, Жасалаш газеті. Туризм туралы жақсы айттыңыз, бәрі түсінікті. Мен айтыс туралы сұрайын деп едім. Бұл айтыс туралы біздің Жасалаш газеті аз жазған жоқ. Бірақ әлі де біраз не түсініксіз болып тұрған сияқты. Мысалы, 16 облыста айтыс өткізіп, соның жеңімпаздарымен алтын домбыра неге өтпей қалды? Жүрсін Ермендар неге басқа айтыс өткізді мысалы? Осыған қарағанда айтыс екіге бөлініп кетті ме? Осы туралы айтып берсеңіз. Сіздің сұрағыңызға рахмет. Мен кеңінен айтар едім. Әрине, айтыс ол біздің көне дәстүріміз. Қазіргі кезде Қазақстанда кеңінен дамып келе жатыр. Біз негізінен қарауымыз керек. Айтыс ол жеке тұлғалардың жеке ғана кәсібі ғана емес. Ол бүкіл халықтың, былайша айтқанда, біздің қазақ халқының рухани байлығы. Сол себепті біз қазіргі кезде айтысты өткізгенде, мысалы, ана аумақтарды өткіземіз. Өзіңіз білесіз, осы жылы Ақтөбеде өтті. Алдың кезде басқа біздің былайша айтқанда Қазақстанның түрлі жерлерінде. Біз әкімшіліктермен келісеміз, әкімшіліктер белгілейді. Кім журидің басшысы болады, журидің былайша айтқанда ішінде кімді шақырады, оның өз ережесі бар. А Жүрсін Ерманға келсек, ол кісіге әрине біз үлкен құрметпен қараймыз. Ол кісі өздеріңіз білесіздер, желтоқсан айының 28-29-ында Алматы айтысты өткізді. Біз оны былайша айтқанда сол кезде хабарластық, министрліктен қандай көмек керек екен. Ол кісімен қазір былайша айтқанда алдағы үлкен жоспарларымыз бар, бірге жұмыс істеуге. Мен түсінбей тұрғаным, сонда 16 облыста өткізу не қажеті бар еді сонда, мысалы алтын домбыраны мысалы. Солардың жеңімпаздарымен өту керек еді ғой қорытындысы. Иә. Неге сол бұзылды деп отырмыз ғой? Жоқ, ол бұзылған жоқ. Сіз ана айтысқа қатысқандарды қарасаңыздар, сол жеңімпаздар солар Ақтөбе қаласындағы өткен айтысқа қатысты. Сіз қараңыз, ол мысалы мен сізге айтайын, айтыскерлердің ең былайша айтқанда атақты деген Айгүл, басқаларының бәрі сол айтысқа қатысты. Жақсы, рахмет. И бір шетінен мен сізге айтамын, айтыс өте жоғары деңгейде өтті, теледидардан көрсетті, көрермендер де барлығы көрді. Жауабыңызға көп рахмет. Уважаемые коллеги, следующий вопрос, пожалуйста, Best News, Жанар Сердалина. Здравствуйте, Жанар Сердалина, Best News КЗ. Говоря о развитии внутреннего туризма, можно ли уточнить, будут ли как-то анализироваться ситуация с ценами на отели в курортной Щучинско-Боровской зоне? Известно, что там цены иногда превышают даже европейские аналоги, а чего не скажешь о сервисе, да, который, скажем так, неадекватен стоимости. И второе, можно уточнить, вы сказали о том, что для граждан Индии планируется внедрить безвизовый режим. А скажите, с какого периода вы планируете это сделать, на каких условиях, по каким правилам? Спасибо. Ну, в данное время принята государственная эта программа, правительство уже утверждено для развития Щучинской Боровой курортной зоны. В действительности, те нарекания, которые вы сейчас высказали, оно имеет, к сожалению, на практике свое существование. И для исправления этих ситуаций, не только для исправления, и для привлечения более большого количества туристов, сейчас, как я был сказал, принято концептуально новый подход для развития Щучинской курортно-боровой зоны. Что для этого делается? Это, конечно, улучшение, в первую очередь, сервиса, и как внутреннего, и придорожного сервиса. И потом второе. Сейчас будут строиться новые объекты, чтобы было это комфортно для тех туристов, которые есть. И в данное время, если более развито озера, как Боровое Щучинское, то это, конечно, Большое и Малое Шибачье сейчас тоже будет активно обустраиваться для привлечения туристов. Я думаю, что в ближайшие 18-19 годы ситуация в Щучинско-Боровом курортном зоне будет совсем иная, то есть в лучшую сторону.
И второй вопрос. Это Индия. Сейчас в данный вопрос согласуется с государственным органом, потому что вопрос непростой. Вопрос это касается и безопасности, и всей инфраструктуры. Но думаю, что мы обязаны решить этот вопрос, потому что, как вы знаете, сейчас Индия стремительно экономически развивается. И очень много туристов, которые в мировом пространстве составляют граждане Индии. И действительно мы Казахстан станем, если транзитным хабом между Индией и далее в другие страны, то, конечно, экономическая ситуация у нас в Казахстане благодаря этим привлеченным мерам будет, конечно, двигаться в лучшую сторону. Благодарю вас за развернутый ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Казинформ. Дамир Байманов, Казинформ. Этот вопрос задавался, но я с уточнением задам. Арыстанбек Мухамедьевич, назовите топ-10 жемчужин Казахстана, туристических мест по версии министра, где можно отдохнуть. Потом второй вопрос. Какие мероприятия пройдут в рамках года Узбекистана в Казахстане? И расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте «Парад столиц», который к 20-летию Астаны намечается. Благодарю вас за вопросы. Ну, это топ-10, это, наверное, как на мое усмотрение, да, что я предпочитаю, потому что у каждого гражданина есть свои предпочтения. Ну, я вам скажу, для, конечно, у нас уникально это жемчужина Алтая, потому что, как вы знаете, вот местность Алтая, Николай Рерих, когда сам объявил, что Шамбала находится в горном Алтае, оно вызвало огромный интерес, и как в прошлом году мы организовали выставку от картин Николая Рериха, и много его работ, которые он, собственно, это рисовал, оно касалось как раз тех сакральных мест, которые есть в Восточном Казахстане. И этот список можно продолжить. Каждое место Казахстана, оно уникально и связано исторически. И, конечно, мы обязаны, чтобы весь мир знал о таких уникальных местах, как Улутау, как что мы имеем мавзолей Жоши Хана. Действительно, когда мы иностранным нашим посетителям, историкам, мы показываем захоронение Жоши Хана, они восхищаются. Если первый старший сын Чингисхана, который во всем мире вызывает огромный интерес, похоронен в Казахстане, то, конечно, что не знает мировое сообщество, это, конечно, наш большой минус. Что делается в этом направлении? Мы сейчас наши, как вы, наверное, уже заметили, и кинопроизводство, и научно-популярные фильмы, и анимационные фильмы именно направляем для развития, что во всем мировом пространстве наших исторических данных, исторических личностях и тех сакральных мест, которые мы имеем. Второй вопрос. Год Узбекистана, оно планируется март-апрель месяц, и, конечно, мы с удовольствием ожидаем наших дорогих гостей. И могу сказать, что в данное время отношения между Казахстаном и Узбекистаном и в области экономики, и культуры, и так далее стремительно развиваются. И сейчас мы подписали в области туризма совместную программу, что будем составлять совместно туристические группы. То есть сделали маршрут, начиная с Бухары, Самарканд, Ташкент, Шымкент, и последняя точка это будет Туркестан. Оно, конечно, дает международному туризму для развития большие возможности. Третье – это парад столиц. Мы будем проводить в рамках 20-летия нашей прекрасной столицы, города Астаны. И уже составлена программа, она утверждена постановлением правительства. Это будет очень интересная программа. В первую очередь мы, конечно, исходим из опыта, который мы провели во время Экспо. Это совместно, это постановки будет. Для примера, с Пекинской национальной оперой и наш театр Астана Опера будут ставить совместно оперу «Турандот». Ну, потому что это история, это касающая непосредственно евразийского региона. И второе, конечно, мы те топовые коллективы, которые сейчас прорабатываем, будем приглашать за счет спонсорских средств. Это крупные компании, как Нью-Йоркский балет, Вашингтонский симфонический оркестр и так далее. И если вы позволите, я вам программу дам, потому что программа обширная, в двух словах это сказать сложно. Но действительно, оно будет очень интересно и насыщенно. Рахмет. Благодарю вас за ответы. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Рая Тимирхановна, 31 канал. Все мы знаем, что вот наши кинематографисты уже очень давно ждут закона о кино. И вот в конце прошлого года буквально вы уже говорили о нем. Хотелось бы узнать, на какой стадии сейчас он находится. Может быть, есть уже какие-то конкретные предложения?
Спасибо за вопрос. Во время этой поездки в Соединенные Штаты глава государства как раз во время встречи с элитами бизнес-структур, и там было представлено представителя Ассоциации киноиндустрии Соединенных Штатов, было сказано, что сейчас в данное время закон о кино находится в парламенте. И мы думаем, что в течение года мы сможем принять этот закон. И после принятия закона, это, конечно, привлекательность Казахстана для международной киноиндустрии будет очень это полезно для всех. Закон о кино, да? Ну, это закон о кино, этот вопрос очень непростой, потому что закон, оно... Фактически это будет касаться всего развития киноиндустрии. Это в первую очередь для чего направлен закон, это поддержка национального киноискусства. Потому что мы обязаны защищать свое национальное кинопроизводство. Второе, это оно дает возможность для проката много льгот для именно национального кино. И третье, для нас самое главное, это мы обязаны вывести национальное кино на международный уровень. И как раз этот закон дает реализовать эти наши планы. Благодарю вас за ответ. Буквально последний вопрос, пожалуйста. Представьтесь, мы вас слушаем. Нургизет Рашида Мухаммедкалиева. Хотелось бы поинтересоваться, а сами регионы Казахстана уже какие-то предложения вносили, как они хотят на своем уровне развивать внутренний туризм? Да, конечно, вы можете переадресовать. У нас в гостях сегодня заместитель председателя комитета индустрии и туризма Дана Курмашева, пожалуйста. С регионами мы работаем по кластерному принципу. Была концепция принята развития туристской отрасли до 2023 года. Там четко прописан кластерный принцип. С прошлого года мы с регионами ведем постоянную работу, разработали план мероприятий. Ведется на уровне регионов, на уровне Акима системная работа по инфраструктурному развитию. Формируются совместные пакеты по продвижению туристского продукта в областях. Особенно активным является у нас кластер Южной, Южно-Казахстанской области, Великий Шелковый путь, где идет очень тесная синергия между всеми областями этого кластера, Таразом, Шымкентом и так далее. В целом работа системная начата, планы на 2017 год тоже уже определены, поэтому, в общем, если я ответила на ваш вопрос... Благодарю вас за ответ, Арсланбек Мухамедиулы. Мы благодарим вас за участие на нашей пресс-конференции, за разъяснение всех актуальных вопросов. Уважаемые коллеги, на этом время нашей работы подошло к концу. Хурмет Эриптистер, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.